Всем здравствуйте! Сегодня мы возьмем интервью у Александры. Да. Расскажите, как вас зовут, сколько вам лет и как вы начали свой путь изучения китайского языка? Мне 17 лет полных, я учусь в 11 классе. Я начала свой долгий путь 6 месяцев назад. Пришла в эту школу на открытый урок и поняла, что мне нужно изучать китайский язык, потому что я влюбилась в тональность этого языка, в историю и культуру. Китайский для меня в изучении легче, чем английский. Я не знаю, как это работает. Вот, но, тем не менее, изучать его довольно сложно, несмотря на то, что он легче. Вот, потому что много нужно чего учить, нужно постоянно практиковать его. Вот, но, тем не менее, я очень довольна изучением. Уже выбрали, чем будете заниматься в студенческие? Да, я хочу пойти на востоковеда, скорее всего, в РГГУ. Классно, я туда. О, классно. Вот, я хочу пойти на китаиста. Пока что не решила, что именно я буду делать китайским языком, но думаю, переводчик. Или просто востоковед. Почему не японский? Ну, потому что, не знаю, для меня китайский как-то более традиционный, более у нас дружеские отношения между государствами. И потом Шанхай, вот город моей мечты. Я очень хочу поехать в Шанхай. Как родители относятся к китайскому? Поддерживают? Родители у меня очень позитивно настроены. Меня очень сильно поддерживает папа в этом плане. Он прям с моего, мне кажется, детства рвется, чтобы я изучала именно китайский язык. Он прям любит... Привет, папа! Да. Он прям любит китаистику. Вот, а мама говорит, что это очень сложно и тоже поддерживает меня. То есть мама меня, в принципе, сюда и перевела. Вот она нашла эту школу и перевела туда сюда. А вы посоветовали бы друзьям мандарин? Конечно, да. У меня есть много друзей, которые увлекаются корейским языком, японским. У нас есть корейский. И поэтому, да, вот я бы посоветовала. Я, наверное, не советовала даже. Потому что многие мои друзья знают, что я учусь в школе, что она, в принципе, по расположению удобная. Вот, в центре. Ну, ладно, сидим. Как качески? Готовится, сейчас, слушай, не готовит. К сентябрю хочет вас? Да. Ну, мне кажется, мы уже решаем тесты по ческе первому. Конечно, нулевой уровень, но тем не менее, в принципе, уже получается в нашей группе. Все хорошо уходит. Ну, тогда удачи вам в сентябре с ческим. Хотите сказать по-китайски? Сессия за день. Класс. Все, спасибо вам большое, Александр. Спасибо. До свидания. До свидания.